Здравствуйте, с вами Смитская Милана. Давайте сегодня с вами рассмотрим, как вязать на круговых спицах пышную резинку. У меня уже был видеоурок в самых первых видео, как вязать пышную резинку. Вот смотрите, набираете четное количество петель и вяжете. Самый первый ряд просто одна лицевая, одна изнаночная. Вот единственный ряд, определяющий, да, наше вязание. Точно так же и здесь. Вот вы наберете нужное количество петель, да, сомкнете в круг и самый первый ряд провяжете. Одна лицевая, одна изнаночная. И со второго ряда, то есть самый первый ряд, он больше повторяться не будет. И со второго ряда начнем вязать вот такую пышную резинку. Посмотрите, здесь пышная получается она. И точно так же внутри, да, вязание. Давайте рассмотрим, как связать пышную резинку. Вот смотрите. Провязали установочный ряд. Одна лицевая, одна изнаночная. И хотите, поставите маркер, да, в начале вязания, хотите, вот равняйтесь на этот хвостик. То есть здесь у нас начало ряда, да, или начало круга. Вот смотрите. Вот у нас петля, да, лицевая. И вы помните, что пышная резинка вяжется вот таким образом. Не вот так, да, лицевую мы вяжем, а вот ниже, да, то есть в дырочку. Вот так, да. Давайте, чтобы не шумели спицы, сделаем вот таким образом. Вот так, да, лицевая дырочку и изнаночная просто. Снова идет лицевая петля, вяжем в дырочку, изнаночная просто. И лицевая в дырочку. То есть так мы будем вязать весь круг, да? Изнаночная и лицевая вот таким необычным образом, да? Главное запомнить, что у нас лицевые здесь необычные, а вяжем вот так, да? Снова изнаночная и лицевая, не лицевая, вот как обычно, а вот дырочку провязываем. Изнаночная, лицевая, то есть необычным способом. Изнаночная, лицевая, вот так, да. Изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть пока мы вяжем так, как обычно вяжется, да? Лицевая необычным способом, изнаночная. Снова вот, да, не так вяжем, а вот вниз, да? Изнаночная, лицевая необычным способом, изнаночная. Лицевая необычным способом, изнаночная и снова вот лицевая необычным способом. Так, да? И продолжаем так весь круг. То есть вот таким образом. Вот смотрите. Изнаночная. Далее смотрите, второй ряд, как мы будем вязать. Первый, помним, не считаем, да, установочный. Второй ряд вяжем как? Вот в этом есть отличие, да. Лицевая теперь вяжется просто, как обычная лицевая, да. А вот эта изнаночная, она будет вязаться вот так. То есть с этой стороны, видите, вот здесь дырочка, да, у нас. Мы подхватываем, да, вот так, смотрите.
То есть изнаночную теперь мы будем провязывать не изнаночной, а вот ниже. Подхватываем петельку. Вот так. Вот в этом есть отличие по кругу, да, нашего вязания пышной резинки. Снова вот второй ряд у нас идет, да. Мы помним хвостик. Это начало, да, ряда. Начало и конец. Лицевую теперь мы вяжем просто лицевую, а изнаночную вот вниз. Видите? Вот так. Лицевая просто, изнаночная вот. Подхватываем, да, вниз. Вот так. Не вот так вяжем, а вот под петельку. То есть в дырочку с изнаночки, да? Вот таким образом. Лицевая просто. Снова изнаночная необычным способом. Лицевая просто. И так до конца ряда будем вязать. Вот смотрите. Изнаночная снова у нас идет, и мы ее вяжем вот необычным способом вниз, да? Лицевая, снова изнаночная. Вот смотрите, да? Лицевая просто. Изнаночная. Лицевая просто. Изнаночная необычным способом. Вот видите? Под нашу петлю идет это все, да, вязание. Лицевая просто. И изнаночная. То есть вот с внутренней стороны, да, провязываем. Лицевая просто вяжем, изнаночную необычным способом. Просто лицевая и изнаночная вот. Лицевая и изнаночная необычным способом. Лицевая, изнаночная необычным способом. Лицевая. Далее. Все то же самое, пока не завершим второй круг, да? Вот смотрите, снова идет изнаночная, и мы вяжем ее не как обычно, а под нижнюю, да, петельку эту. Лицевая просто идет этот ряд, изнаночная вот, вот так, лицевая, изнаночная вот так, лицевая просто и изнаночная под нижнюю петельку, дужку вот эту, да, лицевая просто. И изнаночная, вот видите, хорошо видно, вот таким образом. Последнее вот так, да. Это мы провязали второй ряд пышной резинки по кругу, да. И теперь будем повторять все то же самое с первого по второй ряд, то есть всего лишь два круга у нас будет повторение, да. Вот смотрите, теперь мы вяжем лицевую необычным способом, вот, да, изнаночную вяжем просто. Вот смотрите, тут даже все видно, что на этой изнаночной как бы две петельки, да, накинуто, вы не будете ошибаться. То есть вяжем второй круг, начинаем с первого по второй ряд, да? Вот лицевая просто, вернее, лицевая необычным способом, а изнаночная просто. Вот главное настроить себе и не запутаться, да? Снова лицевая необычным способом, изнаночная, лицевая необычным способом, изнаночная, лицевая необычным способом, изнаночная. И вот таким образом будем вязать до конца нашего круга, да? Вот таким образом. Лицевая необычным, изнаночная, лицевая необычным, изнаночная и так далее. То есть вот так, да? Вот смотрите. И так провяжите до конца, да?
потом со второго ряда будете вязать лицевую просто лицевой, а изнаночную необычным способом. И вот этот хвостик, это у нас ориентир начала вязания и завершения, да, нашего круга, не забудьте. И вот таким образом получается у нас пышная резинка по кругу. То есть, видите, здесь она пышная, и здесь получается она пышная. Вот. Может быть, кому-то пригодится такой способ вязания. Вот. Надеюсь, это видео было понятным и полезным. Спасибо за внимание. До новых встреч!